великую войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Здравствуй, мама и папа. Шлю привет с фронта. В настоящее время нахожусь на передовой позиции. Пока мама и папа, страшного ничего нет. Вы не беспокойтесь обо мне. Сейчас живу хорошо. Мама, вы ничего не думаете, что мои письма так долго не было. Это потому, что все время приходилось находиться в дорогах. Приходилось мама и папа идти мне по деревням, где немец был. Хорошо, мама, деревни изуродованы немцами. Все каменные и деревянные дома сожжены. Населения мало осталось. Тяжело им досталось от немцев. Все, что говорят о немцах, правда, мама. Этих немцев нужно бить, а то они совсем обнаглеют. Скоро, мама, они это почувствуют на своей шкуре. Погоним немца. Пока, до свидания. А может и прощай.